Театр – это отдельный и необыкновенный мир. Каждая постановка так или иначе позволяет зрителю путешествовать во времени и в пространстве, испытывая самую разнообразную палитру эмоций. В областном казахском драматическом театре имени Аскара Токпанова состоялся новый музыкальный спектакль «Легенда о Акыртасе», поставленный по мотивам сказки драматурга Сантурия Пирманова. Стоит отметить, что на подготовку данной премьеры ушло более месяца. Всегда при постановке подобных спектаклей трудно соблюсти баланс, как найти общий язык и с ребенком, и со взрослым одновременно. Однако главному актеру это удалось с лихвой. В этом спектакле сказки я играю главную роль героя Ускына, автор произведения Сантурия Пирманов, режиссер-постановщик Ербол Абжалов. Этот спектакль не только для детей, но и для взрослых, про добро и зло, которое происходит в мире. Ради того, чтобы зритель мог глубоко предчувствовать суть любой постановки, требуется немало труда. Перед режиссером-постановщиком стояла непростая задача – постараться привлечь внимание маленьких зрителей к ярким образам и при этом донести до них идеи добра и согласия. Акыртас туралы аңыз, осы өзіміздің жергілікті Акыртас туралы қаласы бар, ескі көне қала. Легенда об Акыртасе, она о маленьком мистическом городке Акыртас близ нашего города. Все это легенда, мы не говорим про конкретные факты. Данное произведение пропагандирует справедливость, борьбу против предательства, про то, что добро всегда побеждает зло. Был театр Манхаттен-Абжатер. Этот спектакль мне очень понравился. Много чему учит. К примеру, что нельзя ничего воровать и ломать. Этот спектакль учит не врать, единству и сплоченности. Мне понравился момент, где выступали большие камни. Премьера спектакля «Легенда о Акыртасе» порадовала не только маленьких жителей, но и взрослых, которые с удовольствием насладились игрой актеров театра. Асимжан Жузбаев, Азат Байтимер, Айхан Ахпарат.